Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики моего канала, партнеры. Я Николай Лужков, и в сегодняшнем видео я хочу еще раз рассказать вам, что сегодня есть способ приглашения партнеров автоматически, не с помощью каких-то там площадок, сервисов, а с помощью своего видеоканала. Вот многие люди сегодня еще до конца не поняли, что ваш видеоканал может автоматически приглашать людей в вашу структуру, в ваш бизнес, делать регистрации. И всему этому я обучаю в своих бесплатных онлайн-школах. Внизу под этим видео будет ссылочка на одну из моих бесплатных онлайн-школ. Это сайт, вы туда перейдете и сможете пройти бесплатное онлайн-обучение. Смотрите, как это происходит. Сегодня многие люди пришли в интернет, хотят зарабатывать, у них какие-то есть проекты, они считают, что эти проекты интересные, там хороший продукт или может быть услуга или еще что-то. Ну, сегодня масса в сети интернет проектов, где можно зарабатывать. Но большинство людей сталкиваются с проблемой привлечения партнеров в свой бизнес. Вот это их останавливает. Просто вот так ходить в интернете, в скайпе или еще где-то, выискивать людей и предлагать им свой бизнес, свой проект, это очень затратно. Нужно много времени проводить у компьютера, чтобы это делать. И хотите вы этого или нет, но вы будете в 90% случаев слышать свой адрес отказа. Да? Что делаю я? Есть замечательный способ. Это YouTube, где мы можем создать свой канал, разместить на нем видеоинформацию и с помощью ее привлекать в свой бизнес, в свою структуру партнеров. Ну вот как это выглядит, смотрите. Человек пришел в интернет за информацией. Я сам очень часто беру информацию в сети интернет, ну в 90 случаев, даже больше, я ищу информацию в интернете. Я иногда задаю запрос в Яндексе, в Гугле, поиске, но чаще всего я иду на YouTube. Это удобно, здесь очень много видеоинформации, и ее смотреть, ну, удобнее, интереснее, нежели листать там какие-то сайты, да, если вы идете в Google или на поиск Яндекса. Вот человек приходит на видеохостинг YouTube и делает запрос в поиске, ему что-то нужно, он что-то ищет. Ну вот смотрите, вы, например, работаете в интернете, да? И ваша тема, ну, у большинства из вас, это интернет-заработок, да? Ну, давайте сделаем тогда такой же запрос. Ну, вот попадает интернет-работа, например. Мы сделали такой запрос на канале YouTube, и поисковые роботы YouTube, они выдают видеоинформацию людям, и они смотрят эти предложения, которые им другие люди оставляют, да? Ну, захотел человек вот научиться зарабатывать в сети, да? Он пришел сюда на YouTube, сделал такой запрос, и здесь огромное количество, вот 21 миллион 500 тысяч результатов, 21 500 тысяч, вот эта цифра ответов на этот запрос. И вот в самом верху на 4-й позиции мой видеоролик, и на 6-й позиции тоже мой видеоролик, моя информация. И как это происходит? Человек запускает видео, смотрит эту видеоинформацию, он пришел сюда за информацией, он ее обязательно посмотрит. Он кликает на это видео,
смотрит ту информацию, которую здесь люди для него оставили. Ну вот в данном случае я вам показываю свой материал, который я оставил для всех пользователей интернета. И здесь в описании есть моя ссылочка, которая ведет на регистрацию в мой какой-то проект, в мой бизнес. И если то, что я предлагаю, человеку подходит, он кликает и регистрируется. Вот так происходит автоматическая регистрация людей в мой бизнес. И мне при этом не надо постоянно сидеть у компьютера и искать людей. Люди сами ищут информацию и находят меня. Это понятно. Да? Они меня находят. И к тому же это целевая аудитория. Не случайные люди, а именно те, кому эта информация нужна. А если вы так ищете людей там в Скайпе или еще где-то, вы в большинстве случаев попадаете на случайных людей. Здесь же более целевая аудитория, она сама вас находит и регистрируется. Когда я сплю, когда я занимаюсь какими-то другими делами, отдыхаю, в это время работает мой видеоролик. Он приглашает людей в мой бизнес. И всему этому я обучаю в своих бесплатных онлайн-школах. Под этим видео будет ссылочка. Переходите на мой сайт и проходите бесплатное онлайн-обучение. Вы научитесь этому способу привлечения партнеров в свой бизнес. Он очень простой и очень эффективный. Всем желаю успеха, всего вам доброго. Удачи вам, друзья мои!